вами Ольга Лебедь и техника здоровья.ру. В этом обзоре я расскажу про новую модель Isidri Digital. Чем она отличается от предыдущей тысячной модели? Коробка теперь у нее вот такая, черная, красивая. Это что касается внешней упаковки. Книжечка тоже соответствует по дизайну коробки. Это что касается внешних таких изменений. Что осталось прежним? Осталось также размер, лотки, форма ее. То есть принципиально не менялись. Термодатчик и спираль не менялась. Что изменилось? Принципиально изменен двигатель. Он улучшен, он стал мощнее, он стал более защищен от перегрузок и теперь выдерживает в два раза больше нагрузку по сравнению с тысячной моделью. Например, в старой инструкции было заявлено, что тысячная модель сушит 12 поддонов с высоким содержанием влаги, фруктов либо овощей, за 10 часов при внешней температуре воздуха 24 и температуре сушки 50 градусов в новой модели и тратит при этом 600 ватт. В новой модели за те же 600 ватт и те же 10, ну максимум 11 часов высушивает в два раза больше, 24 поддона с продуктов с высоким содержанием влаги, так, фрукты и овощи, и до 30 поддонов с травами, ну это как обычно. Поэтому вот так, такой приятный бонус, что увеличилась мощность в два раза, ну, то есть увеличилась ее продуктивность, так скажем, а мощность осталась та же. Что еще изменилось в новой модели? Стали более плотнее листы для пастилы. Они и так служили, в принципе, достаточно долго и подходили к многим каким-то, ну, аналогичным моделям, которые, то есть, очень часто приходили, покупали их вот именно из-за их качества. Сейчас они стали еще плотнее, и это стало, конечно, и удобнее, и приятнее, ну, то есть, хороший бонус. Есть одно очень распространенное мнение, что все круглые дегидраторы идут с вертикальным обдувом. И то есть горизонтального обдува у них не бывает. И с одной стороны, это действительно так. Везде у всех сушилок и дегидраторов, которые обдуваются снизу, действительно очень тяжело сделать горизонтальный обдув. Он не получится. Но есть одно исключение. Это Isidri. Вот реально это единственное исключение из всего. Потому что именно из-за ее конструкции, из-за очень хорошего качества прилегания между собой поддонов и четкого распределения потока воздуха, то есть это конструкторская решение такое. Именно только в ней идет горизонтальный обдув. Больше нету других моделей. Кто бы вам что ни заявлял, что это аналог, похоже, нету такого. Это все проверено, технически уже подтверждено и многими испытаниями, к сожалению или к счастью, но вот такова реальность. Давайте разберем новое электронное управление. Первые цифры, которые показываю, это температура. Температура выставляется шагом 5 градусов, то есть 40, да, вот видите, 45-50. Второе значение – это время. Всего таймер заложен на 48 часов, то есть от 1 часа до 48, шаг – час. То есть мы выставляем, например, вот 10 часов, ну и, собственно, пуск. По истечении установленного времени прибор автоматически переходит в режим 30 градусов
и продолжает работать до полного выключения, то есть когда вы не выдернете шнур из розетки. Для чего это сделано? Как раз с тем, чтобы он мог постепенно вам досушить, как бы довести уже до нужной кондиции, сохраняя максимально все питательные вещества и энзимы в целости и сохранности. То есть, еще раз повторюсь, когда вы сушите изначально высоковлажный продукт, первые 4 часа идет максимальное испарение влаги. И именно в это время можно выставить температуру повыше. То есть примерно мы замеряли это 10-11 градусов. Вы смело можете выставить температуру больше для ускорения процесса сушки. Ну и, собственно, экономия такого некого электроэнергии и времени. Потом, когда влага все больше испаряется из продукта, получается, что температура в самом продукте и температура окружающей выравнивается. И поэтому важно уже досушивать продукт на той температуре, какую вы изначально планировали. Например, для людей, кто придерживается сыроедения, очень важно не превышать планку в 45 градусов. То есть изначально, пока продукт влажный, вы смело можете выставить 55 градусов. Температура в самом продукте у вас будет составлять 44, не выше точно, градуса. А потом, по мере высыхания, градус можно снизить, либо поставить сразу, изначально, например, в заданную температуру, вот те же там 50 градусов, либо 55, а потом он вам автоматически переведет в 30 градусов через, например, 5 часов. И при 30 градусов уже спокойно досушит, досушит ее без вас, пока вы будете на работе. То есть на самом деле это очень удобный такой режим, очень удобная такая опция из новинок, которая появилась в Изидоле. Теперь у нас внутри находятся целых 2 предохранителя термодатчика. Одно из самых слабых мест, которое было в Изидре, это ее вот этот очень точный термодатчик, который находится внутри. И если очень часто с чем сталкиваются, например, в сервисном центре, что не соблюдают именно правила эксплуатации. Например, ставят не на жесткую поверхность, а на мягкую куда-то. Либо могут сверху положить, кинуть полотенце, либо может там животное лечь. То есть вы, получается, перекрываете поток воздуха, вот правильную вот эту конвекцию. Когда нарушается циркуляция воздуха, то, к сожалению, летел вот этот термодатчик дорогой. Сейчас поставили дополнительную защиту, именно защиту этого термодатчика. То есть, если он начинает чувствовать, что что-то не так с потоками воздуха, да, и начинает перегреваться, он автоматически его защищает, этот дорогой, достаточно дорогой деталь, и отключается. То есть, когда он остынет, можно включить, и он заново также будет работать. Тот же термодатчик, который защищает вас от вашей там безопасности, пожарной безопасности, он также остался. То есть, если вдруг что-то пошло не так или какое-то перенапряжение в сети, то прибор автоматически отключается. На страже здоровья вашего аппарата целых 2 термодатчика. Это огромный плюс. Плюсы модели Изидри именно в том, что можно нарастить количество поддонов, и вы высушите то же самое, за то же самое время и потраченное количество электроэнергии больше продукции. В инструкции заявлено, что она высушивает новую модель Digital 15 поддонов листов лепестилы и 24 поддона с высоким содержанием влаги продуктов, то есть это там могут быть томаты, арбуз, 24, и до 30 поддонов трав. С другой стороны,
она высушит вам и все 30, если вы наполните ее. Просто это очень, ну, как бы увеличится по времени. В Австралии сушат, например, томаты на 40 потомках. И она высушивает. Да, это растягивается по времени, но им так удобнее. То есть у них прям мини-производство там стоит из изидрии. И они приходят, как-то закладывают, и вот уходит, остается один человек дежурный, который за этим всем смотрит, чтобы там на всякий случай ничего не случилось. Вот так тоже можно работать. Но инструкция, которая идет именно сейчас к этой модели, по времени там все рассчитано, исходя из максимального количества 30 поддонов. И если вы до сих пор еще в поисках и выборе дегидратора себе, я искренне рекомендую вам именно модель Изидри Digital. Это последняя самая модель, так как этот аппарат уже давно зарекомендовал себя одним из самых надежных и проверенных временем дегидраторов не только в домашнем использовании, но и в коммерческом.